Потушить пожар войны или конфликт? Карессу. Смягчись, Арес, ты не на тех направил гнев. Ты ярость на безвинных льешь. Услышь меня, Арес, умерь свой гнев и яростных жестоких осади. Конфликт гаси, а буйных и хмельных до драки алчных усмири. Пусть меч твой мне защитой служит и броней, а армия твоя хранит покой, а не чуму войны несет. Направь свои войска ты на моих врагов, а для меня храни покой. Защитой будь моей стеной, а для агрессоров суровым, беспощадным палачом. Меня одну храни от бед и в тихой гавани укрой. Пусть меч и щит несут покой, и мир в мой дом, в мою страну придет, а твой приход лишь радость принесет. Враги умолкнут наконец. Кто сам бежит, кого твой меч сразит? Пусть вместо ненависти и врагов ко мне успех придет, признание и слава, известность и почет. А кто-то бизнес предпочтет. В твоей все это власти, бог бизнеса и бог войны. Меня признанием, почетом и богатством надели. Твой щит и плащ меня хранит. В твоем шатре укроюсь я. Твоя броня отныне и моя защита и стена. Прошу тебя, гаси планету Марс и подари покой мне за твоей спиной. Исполнишь, знаю, слышишь ты меня. Закатом алым и рассветом горит твой взор и гаснет в нем пожар войны. И мирные настанут дни. Заклято. Конфликт погаснет быстро. Война вас не затронет. Или уедете с опасной зоны, но не тронет. Или успех, или бизнес появится. Читатели на шесть алых свечей, или на алый рассвет, или закат, или глядя в костер, или на розовые, или алые цветы. Как конфликт погаснет, поблагодарить. Благодарю за помощь, Арес. Если ситуация серьезная, война, или когда появится успех или бизнес, то большой букет розовых или красных цветов на перекресток. Аресу в дар благодарю, откупаюсь.